Бог знает, сколько он персов положил, выстрелил этой пушки. Тестью Грибоедова. Ну, да. Пинжалы. Да. Обычного дворянина, говорю. Музей советской оккупации. Вот стол чекистский. Старой духовной семинарии, где учился товарищ Сталин. А теперь музей искусств. А теперь музей искусств, да. Вот это место называется Сквер Пушкина. Вот Георгий Победоносец, тоже творение Церетели, но выгодно отличается от московского Георгия Победоносца. Этот смотрится куда как благороднее. Видим мы здесь здание, построенное на остатках крепостной стены, старой, старинной стены. Вот прямо фундамент, это вот и есть стена, и из нее вырастает здание. Это типичная грузинская архитектура, вот такие типичная общие балконы. И на первом плане памятник. Памятник Шота Авлашвили, главному архитектору, который в свое время отреставрировал это все. Вот здесь вот участок старой крепости. Один из великих грузинских письмописцев и святых Иоанна Петрица. Он жил, творил на святой горе Афон в Греции. Похоронен там, возведен в лик святых. Вот. Он считается хорошим переписчиком Евангелия в свое время. Это улица Шартель. Вот олицетворение старой близкой улицы. Эта улица отреставрирована. Типичный грузинский колоритный стиль. Все отстроено грузинским кирпичом. Классический строгий стиль. А это вот классический стиль итальянского дворика. Общие балконы тут. Все семьи жили как одна семья. В общем, один. Один из домов, который, наверное, в скором времени прекратит свое существование, его снесут. Хотя симпатичный, красивый дом. Вот такая вот. Конец 19 века. А это новодел. Да. Это новодел. Но сделанный под старину. Да. Вот это старое здание. Оно и видно. Там Венера, что ли? Да. Трехцветная кошка приносит счастье.